Меня зовут Наташа Игошина, я мама двух замечательных ребят. У меня сын 4,5 годика и дочка год и 3 почти месяца. С обеими своими беременностями я ходила в аист. А об аисте первый раз узнала, даже уже не вспомню откуда, но нисколько не жалею о том, что узнала, ходила, занималась. Второй раз, естественно, я пошла уже осознанно на занятия. Если будет третья беременность, пойду снова. Я даже не знаю, что можно выделить в занятиях в аисте. Психологическую подготовку, физическую подготовку, моральный настрой, в принципе, уверенность в себе. То есть, ну, все от А до Я, как и называется, например, программа, на которую я ходила, все было. То есть мы ходили вместе с мужем. Он мне, конечно, колоссально помог, там и волшебная точка, я вообще спала между складками, вот. Он мне там массировал, старался, что-то там предпринимал, я на самом деле отдыхала, расслаблялась и готовилась к самому важному, это непосредственно к самим уже родам, вот. Второй раз, когда пошла, у меня, конечно, была паника по поводу того, что мужа не будет. Как же я жена, как же я сама, совсем одна. Вот. Поэтому пошла снова занималась. И здесь уже в большей степени именно уверенность в себе, в своих силах. То есть я практически все уже знала, что будет, как, зачем, почему. Собственно говоря, и роды, то есть что первые, что вторые, прошли на ура. Всем бы так. Ну, вот. Что там еще могло помочь? Не знаю, но на самом деле просто была колоссальная моральная подготовка к тому, что будет, как это будет, почему это будет. Вот. То есть уверенность в себе, ну просто неимоверная уверенность. Мне это очень сильно помогло. А так, я говорю, я не могу даже выделить какие-то особые моменты, потому что я, ну, по гроб жизни благодарна всему коллективу аиста, то есть там и Зоя, и Юля, и Наташа, конечно, и, естественно, Марина Михайловна, которая скажет, да лучше скажет так, что все сомнения отпадают просто на друга, сказала. Мы всегда всему постоянно чему-то учимся. Мы учимся говорить, мы учимся ходить, мы учимся писать, мы учимся читать. Мы учимся в школе, там 10 лет всяким разным предметом учимся. И если есть возможность научиться рожать, я думаю, что это обязательно нужно делать. Я говорю, даже вот уже имея опыт двух родов, будут третий, я снова пойду учиться, снова вспоминать, потому что забывается. Забываются какие-то моменты, нужно это все освежить в памяти, это нужно снова все это вспомнить, узнать, может быть, что-то даже новое, да, потому что каждая беременность, она по-своему протекает, какие-то свои нюансы возникают. Буду третья, пойду снова, в третий раз буду снова учиться. И, конечно же, знаю такое распространенное мнение, что все ржали, я ржу. Ну, для меня очень важен результат, хороший результат, то есть чтобы это было хорошо и для меня, и для ребенка, естественно, поэтому абы как, пожалуйста. Хочу хорошо, пойду в аист.